Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и я продолжаю проходить игру Star Wars Jedi Fallen Order или Звездный войн Джедай Павший Орден. Прошлая серия должна была быть, но знаете, что произошло? Во время записи у меня выключился свет, и файл, который я долго и упорно записывал, там надо было, кто смотрел прошлую серию, именно которая, прошлая серия, нам нужно было поднять шпиль Мектрола. Я долго лазил, паркурил, падал очень часто, бомбил жестко. И представляете, там почти дошел. Этот шпиль еле поднял, там была целая загадка, которую я, наверное, 40 минут решал без записи. И в итоге поднял шпиль, выбежал, вот отсюда скатился. Ну, это я уже скатился, знаете, как уже без записи. Как бы. И вот именно тот момент, когда я этот шпиль Мектрола, когда там была сюжетная с Кордовой, это вот уже все считается потерянным. Файл нечитабельный, не проигрываемый, не чинящийся. Я его засунул в этот, в монтажную свою программку. Вообще бред какой-то, там ничего такого нету. И в итоге мы вернулись прямо вот сюда. Вот вам рассказал короткий экскурс, что у меня только что было. Ну, не только что, где-то прошло, наверное, часа два. Вот так вот, записывая серии. Вот, и нам нужно вернуться на Богомол, потому что с нами связалась вторая сестра, вот эта Трилла, и сказала, типа, а где твои друзья? И мы пытались с ними связаться, и в итоге мы никуда не дошли со своими сигналами. Давайте теперь искать путь, давайте вот проверим вот эти желтенькие тропы. А ну-ка, десант, ВДВ. Главное, что мы плавать можем, главное, что мы не тонем в сети, это самое главное. Вот так. Это вот здесь получается? Получается здесь, а ну-ка. А, тут у нас отзвук силы всего лишь. Ух ты, тут даже эти шлемы клонов. Это не штурмовики, это даже клоны. Жители деревни поставили памятник в честь клонов Венатора. Если бы они только знали правду. Видишь? Так вот. У нас есть и другие заботы, помимо Империи. В смысле? Памятник павшим клонам с Венатор установлен жителям деревни. Галактика убеждена, что ждай предатели. Лишь единицы знают правду. Би-би-би, а тут нас кто ждет? Какой-то босс? Ну-ка, приготовимся. Мы там много этих штурмовиков резали своим мечом. Тут у нас что? Еще один отзвук. А навык? Мне дадут навык? Этот туннель внезапно затопило. Интересно, почему? Никто не знает. А вот здесь пролезем? И вот здесь пролезем. Вот это вот тут, конечно, познавательные места. А ну-ка, поплыли. Тут же меня ни один подводный монстр не снесет. Главное, чтобы игра была пахнет без подводных... старым маслом. Ой, тихо. Взломать. Извини, это я не про тебя. Это все вода. Так, а ну-ка взломать. Здорово. Опача. Это что сейчас вообще? Альтернативный сюжет происходит? Что это? Куда я сейчас залез? В какую-то пещеру залез. Я в нее аж не залазил. Так, эр отдохнуть. А, кстати, и было очко навыков. Мы его все-таки заработали. И я его потратил на кого? А кто теперь вспомнит, на кого я его потратил? Я его потратил, давайте проверять. Не сюда. И не сюда. Куда? По-моему, вот, я мощный толчок прокачал, чтобы было легче сносить врагов, потому что я пытался сносить их во время прошлой, которая серия не записалась. Ну и было очень сложно это все делать. Кто там? Эта дверь закрылась, я это уже думал, скример. Начинается какой-то Man of Medan. Да что ж ты... Нет, с этими скримерами. Так. Это что, лифт? Ледяные пещеры, Зефа. Вау. Подожди, ледяные пещеры. То есть тут лифт. По лифту мы спускаемся вниз. Тихо. Спускаемся вниз, потом вот тут скачем, поднимаемся по вот этому лифту. Нет, этот лифт нас никуда не привезет. А где тот лифт, который ведет на Богомола? Вот этот лифт. А этот лифт у нас где? Вот здесь. А, ну по логике... А чё этот лифт не работает? Эй! Открывай дверь и лифт. Ладно, давайте попробуем спуститься так, знаете, ручным способом, без автоматики. Тихо, тут надо паркурить? Не надо. Я ничего не вижу, поэтому включу свой световой меч. Тихо. И прыжок. А ты кто вообще? Подождите. Стоять. Это кто? Такого раньше не было. Он меня пока не видит. Давайте сделаю рывок. Готовься. Тихо. Красная Кинди, ты кто вообще такая? Ты кто такая, Красная Кинди? Я тебя знаю. Тихо. Резать ее надо. Ты кто вообще такая? Это кто? Это повстанец? Или кто это? Нет, это не повстанец. Это наемный убийца? Ты что меня с шокером жахнула? Коза? Ай, больно. Это сюжет сработал? Прийти в сознание. Кого?
Это кто вообще? Что, во время отключения света... Нет, это сюжет реально. А это сюжет продолжается, все в порядке. Мадам, вы кто? Мадам, я джедай. Беде? Беде украла. Где мы? А беде нету. Коза украла нашего беде, нашего дроида любимого. Беде один. Кейл, вставай, Кейл, вставай. Это было сюжетно видно, этот эй, электрошок. Приятель. Где же ты? Эй, приятель, мы в какой-то... А, еще и без меча, ну да. Удачи. Беди! Че ты орешь? Сейчас какой-нибудь монстр вылезет и все. Нужно выбираться отсюда, где бы мы ни были. Так, вот здесь у нас что? Гробница Мигтрула. Вот здесь же какие-то синие. Тот, кто меня запер, забрал и меч. Надо вернуть его. Обязательно. Давайте вот это. Давайте вот это. И как я делал? На двоечку. Не про... Нет пробития. Вот это, конечно, да. И нет пробития. Броня не пробита. Здесь. О. Это кабель питания? Да-да-да, это, походу, кабель питания. Так. Еще я вытащу куски. Все куски вытащу. Так. И что теперь? Перерубить кабель питания? Опа, кабель питания. Кабель питания сюда? Не, подожди, кабель питания. Кабель питания. А куда мне подсоединить кабель питания? Интересный вопрос. Подожди. Может, надо еще что-то сделать? Вот это притягивается? Двоечка. Замедление времени. А, вот здесь еще... Там так. Что-то есть. Во, вот, вот сюда надо. Так, присоединить. Получилось. Получилось. Так, друзья, я на секундочку проверю, есть ли запись у меня. Возвращаемся. Я решил я проверить запись, идет ли запись. Но она идет, это очень хорошо. Потому что все-таки, знаете, после выключения света не очень хочется вообще воздух терять холодный. Ни один кадр. Затхлый. Воздух холодный. Возможно, я глубоко под землей. Да, видно. Это что вообще такое? Это мы попали, я не знаю, в какое-нибудь убежище Волтек в далеком галактическом будущем. Но я, у меня есть хотя бы сила при себе. Так, привет. Как мне... Вот давайте я сразу сюда присоединю. Так. Что я включил? Нет, тут какая-то очередная загадка. Здесь еще есть. А вот этот пульт для взлома BD1, ладно. Здесь еще подаптер, а вот сюда. Так. И... Нет, смотрите, здесь красным светится. Здесь синий светится синим. Здесь светится... А здесь как светится? Что светится? Это что такое вообще? Ладно, давайте тогда вот этот мы оттянем, потому что он светится красным. Отпускай его. Теперь мы притягиваем вот этот. А ну-ка, до куда дотягивается? А, не очень далеко и дотягивается, я вам так хочу сказать. А, дотягивается вот сюда, а ну-ка. И что? Все, я понял, здесь выключено, надо, чтобы сюда что-то подключить. А чтобы сюда что-то подключить, мы берем отсюда и подсоединяем сюда. Опа. Что-то получилось. О, что-то получилось. Дверь открылась. Какая? Какая дверь? Про вот эту дверь? Тихо, я сейчас не понял, какая дверь именно. Вот здесь есть дверь. Вот это что ли? Нет, это не дверь. Дверь. А, вот это дверь. Так. Так, 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 так. Двоечка. Разломал, теперь полезли. Тихо, тихо, тихо. Что за красная кинди? Посмотрим, смогу ли я выбраться. Сможем, сможешь. Если сильно захотеть, можно в космос полететь. Но мы уже летали. Так. Это, блин, тюрьма непонятная. Тут даже не штурмовики. Это красная кинди. Кто это вообще? Я как будто за мной наблюдают. Наблюдают? Что, камеры стоят? Где? Или вот эта камера? А, вертишься? Ай-яй-яй, кто здесь? Ты кто вообще? Ай-яй-яй-яй-яй. Не надо меня так пугать. Я туда не пойду. Не-не-не. До свидания. Я туда ходить не буду. Так, прыжок. Тихо-тихо-тихо. А вот здесь уже напоминает Horror Time. Это не к добру. Это кто сейчас упал? Ясно, бездна какая-то. А вот сюда к добру? А, даже карты нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подождите, это куда? Стоять. Я даже не могу махать своим мечом. Здесь у нас еще подаптер надо.
Здесь нужен биде. Биде, биде. Ну где же ты? Где? Опа. Где ты? Биде один здесь? Биди. Биди один. Это ты? Я нашел тебя. Ты в порядке? По-моему, ему память сбросили. Пора вытащить тебя отсюда. Так, пора вытащить. Ты вытащу. Ты-то вытащу, а куда вставить? Куда вставить? Подождите, а куда вставить? Монстры падают еще. Тихо, вон там какая-то подземная. Так, тихо. Здесь я подключил. Подключил непонятно куда. Давайте ее по бегущей стеночке вернемся назад. Вернемся назад. Так, вот тут спуститься. А, нет, здесь красное поле. Подождите, а вот здесь, что вот это? Троечка не работает, двоечка тоже. Но если мы даже притянем, где дырочка? Где дырка, чтобы подсоединить наш кабель? Вон там сверху есть. Как добраться? Ага, как добраться? Вопрос на миллион, как добраться? Как туда подняться? Туда, что ли, пойти? Давайте пойдем. А тут мы были. Здесь как бы ничего нету. На этом как на канате не поднимешься. Так, вот здесь нужна смекалочка. Смекалочка. Не то, о чем вы подумали, просто смешная рифма. Давайте реально опять сюда спустимся. Ну не спустимся, а вот сюда. И давайте попробовать лазить. Не лазишь, да? По вот этой куче грязи ты не лазишь по пещерным камням. Так. Я достал. А, так подождите, там поле все равно снялось, получается. А ну-ка, подождите. Поле пропало. А ну-ка, прыжок. А как так спуститься? А как так спуститься, чтобы не разбиться? Я сейчас сегодня рифмоплет. Раз. Е-е-е-е. О, что это за макаки? Что это такое? Обезьяны какие-то. А зачем? Зачем вот это вообще было ограждать, если тут пустота? Сбился? Три. И теперь как на канате. О, вот в чем логика. А теперь притягивай этот. Теперь притягивай и вставляй сюда. Вот. Кто там? Это что? А это я спуститься могу? Отзвука сил нету нигде. Да не похоже, что тут какой-то отзвук был. Здесь какая-то, блин, я не знаю, пыточная. Биде. Опа. Буб-буб. А не, он желтенький, просто издалека как-то текстурка не получилась. О, я тоже рад тебя видеть. Так, снимем ограничитель. А, на тебя ограничитель? Ну, не с тем джедаем связалась. Все, не с тем джедаем связалась. Мы там механики-мастера. Бедные дроиды. А, вот здесь свалочка дроидов. Идем, пока они и до нас не добрались. Ну да. Ну, а задача отмечена на карте. Тюрьма для дроидов. Выбраться из подземной тюрьмы. Так, а это у нас краткое содержание для тех, кто смотрит следствие Великим Николаевским. Так. Взломать. Молодец, беди. Так, теперь подождите. А, там красное поле активировалось. Ладно, неважно. Это уже вообще не важно. Так. Теперь мы можем с помощью этих своих приколов. Нам нужно туда-назад идти, чтобы активировать. Ладно, давайте вы сразу же туда пойдем. Как-то не хочется тратить время на какую-то пустоту. Давай посмотрим, что там за ней. Главное, чтобы там не было красной кинги. Тихо. А, это открыт короткий путь. А ну-ка, где тут запитать надо? А, вот, запитай. Запитай. Би-би-буп. Замкнуть. Иди, здесь нужен разряд. Так, и вот здесь где-то нужен был щупа-адаптер. А где? Или там вдалеке нужен был? Ладно, неважно, давайте троечка. Троечка сюда включим. Есть питание, так. И теперь отсюда высовываем, что кому оно теперь надо. Если можно теперь сюда всунуть. Это, я так понял, лифт сработает. А там были щупы-адаптеры. Или не было? Не, показалось. По-моему, а если даже и было, неважно. Вообще сейчас неважно. Спускаемся. А, поднимаемся, точно под землей. Где наш лазерный меч? Беда один. Беди, слышишь? Похоже, кто-то все-таки есть дома. Ну да. Это что, Колизей? Что это такое? Эй, я знаю эту группу. Походу.
Куда мы вообще попали? Помедитируем обязательно. Обязательно нужно медитировать. Надо ли отдыхать? Нет, мне кажется, не надо. Вот тут игра сохраняется. Или при отдыхе? Нет, при отдыхе игра сохраняется. Враги возродились, но это не важно. У нас нет светового меча оранжевого цвета 20 века. Так, что это вообще за музычка? А ну-ка. Колизей, что ли? Да. Добрый день, а вы кто? Я джедай. Говорить будем? Кто это за нас? А мы уж начали делать ставки. Кто ты такой? Так, кто ты? Чё ты смеешься? Я Сорг Торм, деда. А я Сергей Пушков. Не-не-не. Скажи лапочки Гризи, спасибо за наше знакомство. Пилот нас продал. Когда мы закончим. Пилот продал, Гризи. Сегодня на арене выступит особый гость. Отдай это меч. Это боец, это джедай. Меч отдай, колпак отдай. Он силен, но насколько? Сейчас мы пробей. Меч отдай, я тебе такой мастер-класс покажу, что тебе... Давай. Где? Хочешь шоу? Я тебе сейчас покажу это шоу. Шоумен хренов, а? Опача. Все, получай. Тихо. Ты кто вообще? Стоять. Мух режу. Видите, это такое легкое. А вот это вообще какое-то, блин, дебило какое-то. Тихо, ты что творишь? А, можно было язык разрезать. Ай-яй-яй, я помню эти приемчики. А ну-ка, стреляй язычком. Стреляй язычком. Ты чё? Языком будем? Один. А нет, в этот раз он решил попытать. Тихо. Я хочу язык ему отрезать. Так, побежал. А ты чё скачешь? А язык будет? Давайте так, дождать языка, если не дождаться, я его режу. Вот. Опа. Ай-яй-яй, не успел. Ладно, режу в упор. Тихо. Режу. Тихо. Ты чё, пёс? Тихо. Надо в красной атаке, если что, уворачиваться. Опа. Блин, один не успел. А ну-ка, что нам, может, толчок даст? Ничего не дал, вообще, до свидания. Зе. Тихо. Чё? Опа. А ну-ка, я сейчас тебе покажу, кто здесь монстр, ладно, ты чё, серии даёшь? Зе. Тихо. Зе. Опачки, получай. Зе. Двоечка. Тихо. На, получай. Ай-яй-яй. Тихо. Зет. Надо, как только он свой язычку достает в проворники, надо его сразу же... Что ж ты тут делаешь, а? Не-не-не, это он скачет. Тихо. Рванули. Побежали по кругу. Единичка. Ай-яй-яй. Что ж такое, ладно. Зет. Может, ему нужно что-то покрупнее? Не-не-не. Никаких покруп нет, до свидания. Может, пустишь ты сюда и сразишься со мной? Да.